Друзья, я все еще нахожусь в Стамбуле, и сейчас я хочу рассказать немножечко страшные вещи, которые вчера наблюдал. Вчера вечером мы шли, поздно возвращались, там, где Гранд Базар и так далее. Там было много мусора, я снимал об этом, как бы снял это на видео, уже разместил, и я обещал сказать, что там видел что-то страшное, а на самом деле мы видели вот что. Мы проходили с района Фатих в район Биоглу. Там есть такой мост, Галата мост. Он достаточно известный. И мы шли по этому мосту и видели там... Там женщина сидела в темноте с ребенком возле мусорницы. Мусорница была опрокинута, и они ковырялись в мусоре, что-то доставали оттуда и ели. Это нереальная жесть, то есть это люди доведены вот, ну, до крайнего состояния, то есть они в мусоре реально ковырялись, что-то там доставали. Это было страшно наблюдать. И потом мы пошли вверх, ну, Галата башни, и уже непосредственно возле Галата башни мы увидели еще одну такую же примерно картину. Там сидел мальчик, сейчас вы видите его. Ну, и он продавал какие-то салфетки. Почему-то все нищие продают почему-то салфетки. Вот эти вот. И рядом по соседству в переулке сидели, судя по всему, его родители, потому что там их было двое, и еще, там сказать, девочка была, и там еще, может быть, кто-то. Я уже не помню, в темноте. Но они тоже явно были, не знаю, мне кажется, это беженцы из Сирии или из Афганистана, я не знаю откуда. То есть полное днище. А потом мы вышли на улицу Истикляль, это главная улица Стамбула, торговая, где ходят все люди, и мы видели еще двоих. Это были уже немножечко другие, это были калеки. То есть там полностью как бы женщина ползла, у нее не было ног. Я дважды это видел или трижды. Тоже они ползли и толкали какую-то тележку впереди, и те же самые салфетки пытались продать. Ну, типа, на этом зарабатывают. Ну, наши бомжи не так выглядят. Здесь явная просто вот безысходность полностью. Это не наемные, это, мне кажется, реально. Это было страшно, потому что, ну, невозможно представить себе людей, которые дошли до такого состояния. Это страшно. Такое я видел еще раз в Китае когда-то, когда я был давно, еще лет 15 или 20 назад я был в Китае. Я видел пару раз просто живые трупы буквально. То есть это, ну, люди шли вот как бы как из Бухенвальда, скелет, старички. Это тоже было страшно. Вот такие страшные картины мы вчера наблюдали. И я, когда жене сказала, она говорит, да, я тоже как-то вот прямо запала и все, не могла заснуть. Это страшно, ребята. Никогда не допускайте такого. То есть это унизительно, это ужасно. И причем, когда мы были в Турции, не в Каппадокии, а где греческий город вот этот вот, по Мукале, там мы видели другую картину совсем. Там мы видели, как вроде бы раздают бесплатную еду бедным. То есть я не понимаю, как вот это вот может сочетаться, но оно было. То есть вот, да, и раздают бесплатную еду,
с одной стороны, а с другой стороны, вот в Стамбуле вот такой вот просто безысходный голод. Непонятно. Но это страшно.